Несмотря на то, что сегодня на улице немного ветрено, сотни артемовцев пришли в парк, чтобы проводить русскую зиму и встретить красавицу весну. Артемовцы и гости праздника с большим удовольствием принимали участие в традиционных народных забавах. Детей встречали сказочные персонажи и вовлекали в свою игру. Колобок, баба-яга, медведь, скоморохи и коробейники. А былинный богатырь предлагал всем желающим показать свой танцевальный талант. Девчонки, откуда у вас сушки? Сушки, а мы их выиграли, потому что мы очень любим танцевать. Да. Это самый лучший праздник в мире. Мы каждый год приходим тут сногсшибательно все. Да. Самые смелые мерились силами в поднятии гири, распили бревна. Самые ловкие – в бое подушками. Пожалуй, самым вкусным испытанием стало поедание блинов. Гостям хватало развлечений. Всех желающих угощали блинами и горячим чаем. Счастливые блины! Подходите! Сами пекли? Конечно! Еще один блин! Подходите! С масленицей! Будьте здоровы! Только зимой бывает. Вот когда река холодная. Замерзает сверху, что это? Лед! Правильно. Очень вкусно и то, что нужно сейчас. Мы с Угольной приехали. Ого, здорово! Здесь всегда красиво и очень здорово, задорно все. Очень многолюдно. Нам нравится очень. Да. Артем нам нравится. Мы всегда сюда ездим. Да, на все гуляния. Даже на Масленицу не ездим. Город Владивосток. Хотя мы относимся к Владивостоку. А мы с удовольствием ездим в Артем. А что больше всего нравится? Все. Все? Очень классно. На этой Масленице лучше. Да? Да. А ты на каждую Масленицу приходишь? Да. Кульминацией праздника стало яркое фаер-шоу и сжигание чучела Масленицы. Такой ритуал символизирует уход зимы, периода, когда природа увядает. Наши предки верили, что на обломках старого обязательно возникнет что-то новое, и весна вступит в свои права. Я весна настоящая к вам пришла. Я хочу поздравить вас с последним днем Масленицы. И, конечно же, хочу принести тепло в город Артемку. Для обеспечения безопасности на празднике дежурили бригады экстренных служб, пожарные и волонтеры. Анастасия Абдулхалек, Александр Стародубцев, Данил Коровченко, телеканал «Лента».